Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и в этом видео, конечно же, мы будем разбирать какого-то нового монстра, рандомный гайдец. Сейчас посмотрим, кто же у нас сегодня будет. Насколько вы помните, теперь у нас монстров не 81, а 82, поэтому сейчас будем что-то уже новое смотреть. Так, 36, был ли у нас 36? 36 у нас, опачки, не было. Да, 36 не было, 35 это, насколько я помню, Хаг. Хагис запишем сразу же, 36. Так, где у нас там 36? Есть, отличненько. Сейчас добьем босса. Вот, экспериментирую я с пачкой. Не знаю, захотел я поставить спектру. Спектра плохо одета, поэтому максимальные криты 20 тысяч в раскол. И то, когда прокнет. Короче, бред. Да, спектра у меня убогая. В общем, вафельная спектра. Ну, посмотрим. 36, да. 35 это должен быть Хаг. Хагис. Плохая руна, плохая. Тем более 4-звездочная. Так, поехали. Монстры, коллекция. Ну, искать, я думаю, долго мы не будем. Бенихин нам здесь не понадобится. Найдем Хага. И следующий монстр, значит, будет тот, который нам нужен. Так, где у нас Хаг? Хагис. Ой, Хагиса я уже проехал. Вот он. Ага, то есть это 4-звездочный монстр Лиса. Перешли мы к этим интересным монстрам. И сейчас посмотрим, куда же, что и как, кто из них может. Так, закрою я для себя браузер. Не нужен он мне больше. Итак, перейдем. Огонь у нас будет первое сегодня на обзоре. Перейдем к скиллам, потому что статы, ну, обычные статы, ничего особенного. Единственный персонаж, конечно же, атакующий. Насколько я помню, они все атакующего класса, но мы это еще посмотрим более детально, когда будем переходить к каждому монстру. Атакует 3 раза мерцающим лучом. Сразу же оговариваю, первый скилл у них как-либо усиливается, усиляется, в общем, улучшается, да, после того, как вы их эвейкаете. Давайте, я думаю, перейдем сразу к эвейк-версии. Че вот это вот парится? Сихва. Сихва. Прикольное имя, не буду я придумывать другие словечки. Перейдем сразу к первому скиллу. Бесовские огни. Ничего себе. Атакует врага 3 раза мерцающим лучом. Каждая атака имеет 15% шанса нанести продолжительный урон на 3 хода. Сразу же скажу об этом скилле такую штуку, так как я являюсь, естественно, обладателем. Наконец-то она мне выпала. Я ее использую сейчас на некроманте, поэтому я, ну, кому как не мне знать, как работают все ее скиллы. По первому скиллу скажу так, что когда вы прокачаете скилл на фул, там при последней проточке у вас появится плюс 20% к вот этому шансу закинуть дот на 3 хода. И скажу так, что очень-очень редко она при вот этих 15% накидывает дот на монстра, на босса и тому подобное. Очень редко, на самом деле. Те, кто юзают, те знают, о чем я говорю. Но когда же прокачаете до 35%, она начнет, ну, заметно чаще, потому что 15% и 35% это колоссальная разница. На самом деле, то есть вы не думайте, подсчет рандома, он штука такая отдельная, и разница вырастет, и вообще шанс вырастет очень сильно. Даже вы сможете и по 3 дота накидывать. 3 дота на 3 хода, блин, это на самом деле чума, это 45% вы снесете сразу же боссу хп. Ну, если там щит, короче, вы понимаете, монстру вы сможете снести 45%. А это классно. А теперь представьте Виолент, бла-бла-бла и тому подобное. А еще и контратаку. Ну, дело такое. Перейдем ко второму скиллу. Отнятие души. Не знаю, почему так называется. Усыпляет врага на 2 хода. При атаке на врага эффект снимается. Ну, понятно. То есть вы усыпили какого-либо врага. Если вы его бьете, то есть со слипа вы его сбиваете. И персонаж сможет вас там чуть бы не тут же атаковать. То есть это не стан. Вот это поворот! Не путайте стан и слип. Это разные вещи. Этот навык получает 50% дополнительной точности. Что это означает? То есть, к примеру, у вашей сихвы 50 точности. Если вы юзаете вот этот вот слип, следовательно, у вас точность вырастает к 100. И на самом деле это очень хорошо. Но я не говорю, что сихве нужно ради этого качать 50 точности. Это уже дело такое, и мы это говорим дальше в рунах. Что еще скажу? С недавних моментов в одном из патчей вот эту вот сихву, ее очень хорошо усилили в этом плане, потому что ей...
как бы это выразить, улучшили искусственный интеллект, выразим так попросту, и если это свести к двум словам, на авто она стала круче. Да, почему? Потому что вот этот вот скилл, она не юзает на тех монстров, на которых его нельзя физически накинуть. К примеру, она не закинет этот скилл на персонажа с иммунитетом, она не будет юзать этот скилл на персонажа, на которого вообще это невозможно закинуть, допустим, на какого-то мини-босса, который там на третьем этапе находится, либо на конечного босса. То есть на боссах она этот скилл теперь вообще не юзает. Следовательно, что остается для Сихвы? Правильно, первый скилл и третий скилл, и на самом деле это чума. То есть она вот раньше, ее почему не любили на некроманте, потому что она юзала вот этот второй скилл, ну попросту теряла ход, и это, ну, полный бред. То есть босса заслипать нельзя, и толку, что она походила. Я думаю, вы с этим согласны. Третий скилл. Призрак света. Выпускает 5 вот этих бусинок, своих шариков. Восстанавливается на 50% нанесенного урона. Я думаю, здесь нечего обсуждать. Ударила на 10 тысяч, допустим. Да, в сумме она отхилилась на 5 тысяч. То есть дело и математика простая. И оставляет клеймо на 2 хода. Враг с клеймом получает урон увеличенный на 25%. В общем, в чем... плюс, и даже есть небольшой минус. Ну, конечно же, если его расписать как плюсом, это было бы, наверное, вообще имба. Расскажу так. То есть она кидает 5 бусинок, и если там резист, там точность вам, я не знаю, звезды хорошо там с небес помигали, то вы закидываете еще и метку. Что такое метка? Это дебаф, который увеличивает весь входящий урон от любого монстра на 25%. Это на самом деле очень хорошо, не путайте его с расколом, раскол понижает броню, а здесь входящий урон увеличится на 25%. Но скажу так, вместе с расколом, и когда еще и висит эта метка, ой-ой-ой, босс очень больно получает, и моя сихва выдает 5 атак где-то по 7-8 тысяч, и это очень больно при моих-то таких вот, ну... пятизвездочных рунах. Сихва очень больно бьет. Да, в раскол, раскол белка накидывает. Ну, если это говорить о некроманте. Ну, на данном этапе, на моем этапе, я сихву юзаю только и лишь на некроманте. В других местах, но я не вижу ей пока применения. Разве что я пробовал ее на драконе юзать, но из-за того, что она у меня очень медленная, у нее там плюс 5 скорости, потому что скорость на некроманте вообще не нужна, поэтому она у меня медленная. И... на драконе, короче, она у меня фейлилась, вот такие вот дела. И плюс еще, немаловажный плюс, что у нее очень хорошая лидерка, если у вас нет какой-то другой. Скорость лидерка, вы понимаете, не нужна на некроманте. На некроманте какие лидерки будут полезные? ХП, резист, защита, даже резист не особо, а вот защита, крит шанс, атака, стихийная атака, то есть... на самом деле для меня эта лидерка полезна, потому что я юзаю 3 огненных монстра, и она для них троих дает 40% атаки. А это неплохо, знаете. Все-таки классно работает ее лидерка в сочетании с несколькими монстрами. Если бы я юзал лишь ее одну огненную, то я бы, наверное, задумался о какой-то другой лидерке. Но выбора у меня немного. Либо это лидерка, либо там лидерка на 21%, но для всех монстров от ковбойши воды. Я выбрал вот эту лидерку, и я, ну, не пожалел, потому что сихва под ней очень неплохо дамажит. По поводу персонажа, ну, как я и заговорил, если о бюджетном варианте говорить, то, наверное, на нее можно поставить обычный ДДшный сет, то есть это Blade плюс Rage, ну, Rage вряд ли вы, наверное, хороший добудете, то есть Fatal плюс Blade, да, советую, 35% атаки и плюс 12% шанса крита. Она будет и бить больно, она будет отхиливаться третьим скиллом, плюс еще расскажу этого монстра, огромнейший плюс, я не хочу говорить о других монстрах, так как у меня они либо были, либо сейчас их просто нет. О них я не смогу со 100% уверенностью сказать. Но у Сихвы, в чем прикол ее третьего скилла, вот вы видите, откат всего лишь 3 хода. И откат, естественно, не точится. То есть у нее все, что точится, это, по-моему, 2 или 3 раза по 10%. То есть третий скилл, и она вот в проточке скиллов вообще не нуждается. Да, это приятный бонус, но знаете, когда начнется второй скилл, это даже будет где-то в минус, но на боссе она его все равно юзать не будет, поэтому как бы это мелочи. А вот когда вы проходите поэтапно все вот эти вот к боссу этажи, то есть там слип, ну, не особо помогает где-то, хотя он вас и засейвит, но все-таки это бред. Вы проходите на авто, и лучше выдать какую-то дамагу, чем кого-то там типа слипать. Вот такие вот дела. Но скиллы ей прокачать, ей первый скилл обязательно. Ну, если вам повезло, и у вас
прокачался первый скилл на фул, можно даже дальше там всякими девилмонами. Девилмонов я бы на нее не тратил, если честно. На такого персонажа мне жалко. Тем более, юзать я его буду лишь в одном месте. И это для меня, ну, как-то нерентабельно. На нее я девилов бы не тратил бы ни в начале игры, ни в глубоком лейте. Как-то так. А такой вот вариант, который я использую, и где я его использую, это, конечно же, некромант. То есть там я использую это виолент плюс контратака. Любого монстра, которого вы пытаетесь юзать на некроманте, нужно одеть виолент плюс контратака. Я думаю, в дальнейшем это не нужно будет обсуждать. А так, персонаж, честно, для некроманта на... Ну, поставлю вот такую оценку 8 из 10. 8 из 10, вот четко, она держит. Классный, на самом деле, персонаж. Плюс метка где-то рулит. Перейдем к воде. Зовут ее Соха. Тоже атакующий класс, но ХП, я так вижу, у нее на порядок меньше, да. Хотя атаки больше. ХП меньше, но атаки больше и... Ну, короче, статы немножко отличаются. Первый скилл. Атакует врага 3 раза мерцающим лучом. Каждая атака имеет 10% шанс заморозить врага. То есть, вы видите, здесь у нее первый скилл по-другому работает. Здесь она морозит персонажа. То есть, 10% шанс, 3 атаки. То есть, 3 раза по 10%. По-моему, у нее тоже увеличивается этот шанс на заморозку. Я точно не знаю. Вот здесь я судить не смогу, но, по-моему, он протачивается. Это уже вы сами посмотрите, если она у вас есть. Дальше. Отнятие души бросает духовные бусики и восстанавливается в зависимости от нанесенного урона. Здесь я тоже не возьмусь 100% судить. Вот, к примеру, да, ваша Соха там в раскол может ударить вторым скиллом на 30 тысяч. Я не уверен, что она на 30 тысяч отхилится. Мне кажется, она хилится больше, чем 50%, но не на 100% от урона. Ну, я не хочу гадать, но мне кажется, если на 30 тысяч ударит, то отхилится она где-то на 1020. Где-то так. Это мне так кажется. А на деле, если вы юзаете активно Соху, напишите вот точно 100%, насколько она отхиливается со второго скилла. Мне тоже будет это интересно почитать. Третий скилл. Очищение. Урон всем врагам и нейтрализация всех их усиляющих эффектов. Ну... Как еще перевести, я не знаю этот скилл. В общем, она клинсит, она со всех врагов убирает бафы и дополнительно наносит урон. В чем минус этого персонажа и почему она редко юзается на арене, хотя если у вас нет других вариантов, типа Аквилы, там Чхиву и тому подобных персонажей, там Прахи какой-то, которая есть, наверное, у всех, кроме меня. Вот, то... Она в этом плане проигрывает. Почему? Потому что если вы будете ходить против какой-то Хлои, она, если вам там повезет, она со всех бафов эти снимет. Это логично. Но, вы знаете, если вы снимаете бафы, то есть урон не пройдет. Следовательно, я советую Соху одевать больше все-таки не как атакующего монстра, а как персонажа контролящего. То есть вы сможете снять все бафы, так еще и застанить. Вот, если... Если Хлоя использовала свой третий скилл, вы знаете, висит иммунитет на 2 хода и щит, который не позволяет пропустить урон на 1 ход. Если она снимает бафы и прокнул ваш Despair сет, то есть стан 25%, она может после этого сразу же застанить, потому что она сначала снимает бафы, а потом идет вот этот вот шанс, прокнет, не прокнет, стан и тому подобное. Это иногда будет полезно. То есть нее я бы ДД не делал. Но в начальной игре, если перейти по поводу лидерки, вот вы видите, идентично лидерка только для воды дает. По рунам, что можно сказать? Начальный и, наверное, более такой, смотря кого вы хотите с нее делать, лейтовый вариант, ну, вряд ли можно назвать фаталом. Хотя многие юзают ее в фатале, плюс там какой-то блейд, либо фокус, то есть добирают ей точности побольше, чтобы, допустим, третий скилл работал чаще, скажем так, да, и первый скилл тоже будет приятней кого-то заморозить. Либо, наоборот, ставит ей блейд, чтобы больше иметь возможности критануть, плюс со второго скилла отхилиться. Да, Соха может там чуть бы не с нуля на фул отхилиться, и это иногда раздражает даже на арене. Некоторые ставят ее в деф. Это плохой персонаж для дефа, но все-таки где-то, если у вас нет лучше, то сработает. А лейтовый вариант я бы выбрал, вот, как я и говорил, это либо Rage плюс Blade, либо Despire плюс Focus, либо контратака. Но все-таки этот персонаж, ну, редко кем юзается, и это оправдано тем, что третий скилл, вот, добавили ей бы еще вот что-то в третий скилл, там, я не знаю, ну, хотя бы там... Может, если бы она оставляла какой-то дебаф после этого, там, замедление, либо даже про раскол я молчу, это была бы имба, и это уже был бы не четырехзвездочный персонаж. Там, гланс какой-то, к примеру, хотя бы на один ход, реально, хотя бы на один ход. Я уверен, что этот персонаж стал бы чаще юзаться, вот 100% уверен в этом. Даже я, возможно, бы ее раскачал, если бы она у меня была, но я их уже там штук 5, по-моему, скормил за свое время. Но дела такие.
Да, перейдем к следу. А, и девилмонов стоит тратить или нет? Скажу так, наверное, вряд ли. Они у вас, скорее всего, еще нападают, эти сохи, все вот эти вот лисы. Перейдем к ветру. К ветру. А, и где ее можно юзать? Ну, естественно, арена, ГВ. Ну и поначалу, возможно, где-то в данжах. Если вы только вот начали играть, вы там, у вас нет там большого количества шестизвездочных монстров, там уже смотрите сами, где ее можно юзать. Некоторые ее даже юзают на драконе. Почему? Третьим скиллом снимает вот этот вот баф. На гиганте ее я бы, наверное, не юзал. С одной стороны, у нее мультиатака с первого скилла, это не полезно. С другой стороны, она может отхилиться, плюс снять какие-то бафы там с босса. Она на него часто накидывает, там, смотря на каком вы этаже, конечно, фармите. Там баф на атаку, защиту на него могут кинуть. То есть иногда она может быть и там полезна. Да, едем дальше. Аран. Аран, во-первых, ее юзают, ну как юзают, ее используют для гекса. Персонаж ветреный, тоже атакующий по статам. Ну, где-то такое же по атаке, вы видите, еще больше. То есть неплохо дамажит. По скиллам давайте пройдемся. Первый скилл. Каждая атака имеет 15% шанс нанести продолжительный урон на 2 хода. Но, насколько я помню, здесь не продолжительный урон, а, по-моему, гланс. Вот честно, я не хочу судить, кто юзает активно. Аран, она у меня когда-то была, но это было еще мезозой какой-то там. Еще динозавры бегали и тому подобное. Короче, я не помню. Но, по-моему, это не дот на 2 хода. По-моему, не дот, а гланс, либо замедление. Мне кажется, это гланс, насколько я помню. То есть, кто ее юзает, отпишите, что же она накидывает с первого скилла. Потому что этот кривой перевод, он меня реально бесит. Второй скилл точно такой же, как у водяной, то есть отхиливается в значении того количества урона, которое вы нанесли. Третий скилл, скажу так, мультиатака у него, по-моему, 735 или что-то такое процентов. Короче, бьет очень-очень больно. И в чем плюс этого скилла? Атакует врага и ослабляет его скорость атаку, силу атаки, еще и защиту. Короче, три самых, наверное, полезнейших дебафа в игре. Но иногда первый не всегда, то есть скорость, ну, все-таки даст возможность походить всей вашей пати, либо ей же, этой оранже, быстрее. Скажу так, урон очень-очень больно она бьет этим скиллом, реально больно она лупит. Ох, эта девочка может показать класс. Ведь ты же знаешь меня, запри своего парня дома, он подсел на мой голос, это как секс по телефону. Вначале я ее даже когда юзал, я ее до 5 звезд перевел. И даже на таком этапе, когда она у меня била этим скиллом на 15-20 тысяч, знаете, мне это нравилось. А если ее одеть в топ руны, то будет она бить больно. Но все-таки в лейте ее почти никто и никогда не юзает. Дебафы, да, полезные, согласен. Но все-таки все выбирают всяких там люшенов, валькирий, которые более стабильные. Ну, вальку назвать стабильной вряд ли можно. Но все же, вы понимаете, о чем я говорю. То есть в лейте этот персонаж немножко отмирает. И хорошо, что она идет в гекс. Вот в гексе и дорога, да. По поводу рун. Лидерка, ну, я не думаю, что стоит обсуждать. Ветер усиливает на 40% дамагу. Кстати, лидерки работают везде. Это тоже плюс. Третий скилл и вообще по поводу рун. Сочетание третьего скилла и рун. Деспайр на нее точно ставить не нужно. То есть обычный фатал плюс Blade. Либо если вы ее хотите там прокачать на 6 звезд и вы думаете об этом всерьез, не знаю, там посоветуйтесь с родственниками, я бы, наверное, не переводил, но дело ваше, естественно, то можно одеть ее, конечно же, в Деспайра. Вот в Деспайре с третьего скилла вы можете кучу роликов посмотреть, где она и на 70 тысяч бьет. Это очень больно на самом деле, и там каких-то водяных монстров она ваншотает. Ну, на ура, даже ветреных. Короче, классно, классно сочетание всех этих трех дебафов плюс урон. О, это чума. Еще и отхиливается со второго скилла. Где-то, да, мне эти даже мои бои затягивала Аран вместе с Рамой. Хорошо, хорошо, она себя показывала. По поводу девилмонов, опять же, по поводу всех вот сегодняшних персонажей могу сказать так. Ситуативный вариант, если у вас вообще некуда тратить. Но я считаю так, если у вас не на кого тратить девилмонов, значит, вы еще просто не выбили того самого монстра. Типа там Люшена, типа Часунки, типа, я не знаю, кто еще там из четверок таких юзабельных, ну вы понимаете, о чем я говорю, либо первородок. Вот на них стоит тратить девилмонов. То есть смотрите по приоритету, каких монстров вы юзаете чаще и что вам, где вам это больше даст пользы и вообще
с чего будет толк от прокачки девилмонами. Ну, то есть ей я бы точно не качал бы девилмонами, как и любой из них. Дела такие. Перейдем дальше. Чами. Встречается она, кстати, в башне. Ну, не скажу часто, по-моему, один раз за всю башню ее можно встретить, но бесит она своим третьим скиллом, и к нему мы немножко позже перейдем. Каждая атака имеет продолжительный урон. Вот здесь, по-моему, наносит она дот, но 30% шанс. Я не знаю, растет ли этот шанс, у меня ее никогда не было. Возможно, она есть у вас, напишите точно, потому что описание русское бредовое. Второй скилл, точно такой же, как у воды, точно такой же, как у ветра. Отхиливается в зависимости от нанесенного урона. Третий скилл, перевоплощение. Снимает все ослабляющие эффекты с себя и возрождается со 100% здоровьем. Также повышает свою защиту и силу атаки на 3 хода. То есть клинсит сама себя, то есть она ни на кого не накидывает, никого не слушайте, потому что многие писали, что можно на кого-то накинуть, нет. Этот скилл, это назовем так, селл-баф, то есть она кидает его на себя, снимает все ослабляющие эффекты, на ней висит вот этот вот крест, который ее перерождает, и когда она воскрешается, повышает сил, во-первых, она воскрешается со 100% здоровьем, и это на самом деле, знаете, даже бесит, реально бесит, вот. Повышает силу, то есть силу своей атаки на 3 хода и защиту. Но скажу так, честно, если она вам попалась, то ну, я вам вряд ли позавидовал бы. В атаке этот персонаж, ну, вряд ли чем был бы примечателен, потому что это не контр чья-то стихия, разве что против каких-то там двух-трех темных персонажей, типа Веромоса, там кого еще можно взять, Джубеля, возможно. Ну, я не знаю, каких-то там темных персонажей, вот тогда ее можно использовать как контру. Во-первых, даже если ее убьют, она опять же воскресится, все дела, плюс у нее бафы будут на 3 хода, это как бы приятно. Но очень ситуативный монстр, честно, мне она, ну, ничем не нравится. В плане девилов я опять же промолчу. В плане рун, что на нее можно одеть? На нее можно одеть вот при таком раскладе даже Виолент. Чаще она, если что, будет воскрешаться. Но я считаю, что хороший Виолент можно потратить на других монстров, а не на такого монстра. Чаще будет подхиливаться, закидывать там какую-то каку с первого скилла. Виолент, то есть для нее неплохо закатит. Одеть ее в дэмэдж дилера, ну, вряд ли хорошо закатит. Почему? Потому что третий скилл у нее, назовем так, не особо полезен в плане дамаги, потому что дамаги никакой не наносит, поэтому лучше, пускай она дольше просто-напросто живет. Но Виолент атакующий, то есть я бы ее одел бы, наверное, через скорость, крит дамагу, атаку. Либо скорость, атака, атака, там уже смотрите, какие у вас есть руны. Но все-таки персонаж очень ситуативный, дела такие. Едем дальше. Камия. А вот Камия на самом деле интересный персонаж. И сейчас мы о нем поговорим. Особенно вот сочетание второго, третьего скилла. Это прикольно. Второй скилл вот вы видите, да, она, как ни крути, наверное, топчик из всех. Атакует врага 3 раза мерцающим лучом и восстанавливается на 50% от нанесенного урона. То есть в Виоленте вы понимаете, что она будет творить. Она будет постоянно хилиться. И это все с первого скилла. Да, бьет она не очень уж прям сильно, но это будет зависеть от рун. Мультиатака там небольшая, там, по-моему, сколько мультиатака? 135% или что-то такое с каждой атаки. Ну, короче, не особо много это, не буду вам врать, но все равно приятно отхилиться на каких-то пару тысяч с каждого хода. Это классно, на самом деле, еще и с первой, опять же, с первой автоатаки. То есть даже если вам заблокировали скиллы, она все равно будет подхиливаться. Второй скилл точно такой же, как и у огненного персонажа, то есть усыпляет выбранную одну цель на 2 хода. И вот дополнительная точность 50%, если вы активируете этот навык. То есть проще закинуть, короче, за кого-то слип. Третий скилл, кошмар. Ух ты какая. Атакует врага и вводит в ступор при критическом ударе. Если враг усыплен, атака приходится как крит-удар со 100% шансов. Что скажу по поводу всего вот этого вот сочетания скиллов, второго, третьего. Кстати, не обязательно юзать камень, допустим, второй скилл, а потом бить третьим. Не то чтобы это неправильно. Я веду к тому, что можно юзать еще какого-то монстра, который накидывает слип. К примеру, там каких-то, ну, я не знаю, Арию взять, да, в команду, там, суккубу света, либо другую какую-то суккубу, кто там еще слип накидывает. Русалка, допустим, воды, хотя она малоюзабельный корм. Ну, короче, любых персонажей, которые накидывают слип. И сразу же Камия может ударить третьим скиллом. То есть не обязательно ходить Камии вторым скиллом, а потом ждать хода своего, либо прока Виолента, надеяться там в бубен стучать, чтобы прокнул сразу же Виолента.
Виолент и походить третьим скиллом. Но в дальнейшем забегу о рунах, расскажу вам. Руны ей я бы поставил бы такие 100% Виолент, чтобы если у вас не было там какого-то слипа дополнительного, чтобы она имела возможность походить со второго скилла и тут же походить с третьего скилла. Это будет приятно. Сразу же нанести дамагу, так еще и застанить персонажа. То есть она превращается в такого, ну, небольшого контроля. Контроля плюс очень сильного дамагера. Почему? Потому что Камии можно оставить ее дефолтные 15% шанса крита. Ну, если вы так сможете сделать, ну, конечно же, это тяжело сделать, и не нужно ради этого жопу рвать, конечно же. Но постарайтесь шанс крита ей сделать реально минимальный. Да, многие со мной не согласятся. Блин, а почему это нужно делать? С первого скилла она будет больше критовать, будет больше хилиться. Но скажу так, весь упор всего этого персонажа будет идти на ее третий скилл. Я так понимаю, у нее, наверное, еще и откат понижается до 3 ходов, и это очень приятно с Виолентом, согласитесь, 3 хода, если понижается, то это будет круто. Раз в 3 хода юзнуть третий скилл, кого-то застанить, очень больно ударить. Почему больно ударить? Потому что ей вы можете пожертвовать крит шансом, но сделать как можно больше атаки и как можно больше крит дамаги. То есть если у вас появится такая камия типа там а-ля 15% шанса крита и 250 крит дамаги, если такое вообще вы сможете сделать, то третьим скиллом мало того, что она будет станить, так еще и выдавать ну просто колоссальную дамагу, и это будет все со 100% шансом крита. Если, конечно, вы бьете третьим скиллом персонажа, это немаловажно, того, который находится в сне, то есть под слипом. Но на самом деле классный персонаж, я под нее на самом деле не отказался, почему бы нет, я бы ее протестировал, и на арене как на ГВ она выдавала бы очень больно. Мало того, что вы кого-то заслипали вторым скиллом, даже пускай у вас не прокнул Виолент, вы ждете, вы ожидаете, все равно этот персонаж 2 хода в слип, поэтому вы можете кого-то заслипать, дождаться там своей очереди и 100% кого-то критануть, очень больно ударить, так еще и застанить. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Это на самом деле классно. Это классно. После этого опять же походить вторым скиллом, там на какого-то другого монстра, либо на этого же монстра, если он вышел со стана, и опять заново все это утворить. На самом деле она одна может устроить какую-то даже канительку, ну если не умрет до этого. По поводу рун, я уже сказал, это 100% Виолент. Ну, бюджетный вариант, если у вас она и выпала, это, конечно же, Фатал. Плюс Блейд я бы не поставил, я бы и поставил, наверное, даже Energy, пускай она будет более толстая, будет более живучая, потому что Blade, как я и говорил, ей ставит, ну, серьезно, нам... Но насколько я ее встречал в игре и видел видеообзоры, не стоит ей ставить крит шанс вообще. Ну, лучше пожертвовать крит шансом, но сделать больше атаки, процента атаки и больше крит дамаги. Это выльется вам в очень-очень неплохой дамаг. Гайд, ну, как по мне, был достаточно интересен лично для меня, потому что я сам ждал, я хотел рассмотреть вот особенно темного персонажа, потому что на стриме я у кого-то его обозревал, и мне стал очень интересен третий скилл, я хотел о нем поговорить много, но не было у меня на это время. Поэтому еще раз спасибо всем, кто смотрел это видео. Не забывайте добавляться в друзья, подписываться на канал. Все ссылки есть внизу в описании. Есть группа чудесная, в которой вы сможете задать свои вопросы, помочь новичкам. Если вы имеете такую возможность, блин, карма ваша только, ну, возвысится. Вы помните, там вас на небесах ждет офис Комтуаса. Одни прахи без лифчиков. Там, я не знаю, вас будут просто боготворить все хелл-леди, будут танцевать для вас на своем шесте. И вы их покатаете на своем... Короче, вы поняли, на своем Роллс-Ройсе. И все у вас будет чудесно. Поэтому помогайте новичкам. Если вы являетесь новичком, задавайте вопросы. Я уверен, что много людей вам помогут в этом плане, ответят. Я являюсь гарантом в этой игре. И знаете, немаловажно то, что я получил партнерку на Твиче. Я этому очень рад. Спасибо, во-первых, каждому зрителю, который хоть раз был на стриме. И не ленитесь, народ, давайте поднимать русское комьюнити. Там очень много полезной информации. Если вы уже играете в эту игру, то почему не понаблюдать за этим онлайн? По поводу гаранта, я являюсь, ну, назову так сейчас и честно, конкурентом в этом плане у меня на данный момент абсолютно нет. И я это говорю с полной уверенностью, потому что доверять либо не доверять, это лишь ваш выбор каким-то там школьникам, либо людям, у которых нет банально, ну, ничего абсолютно. Я уже делал это сравнение у себя в группе, я делал это сравнение у себя на стене, но повторюсь, у меня есть YouTube канал, у меня есть Twitch канал, на котором также есть партнерка, на YouTube канале есть партнерка, у меня есть
страница ВКонтакте, на которой уже более 1000 человек добавилось просто по игре и задают вопросы. Много знакомых в реале, которые играют, и реально, если будет обо мне хоть один плохой отзыв в этом плане, если я кого-то кину, обману, да хотя бы рубль кому-то там не додам, либо заберу, все, я потеряю всю свою репутацию, мне можно сворачивать всю свою лавочку и просто закрываться. Я не зря, я считаю, 7 месяцев или 8, по-моему, 7 месяцев я занимаюсь этим делом, помогаю людям, чтобы за один какой-то несчастный там рубль, либо сотню рублей свалиться с этого пути и, ну, короче, заработать себе очень плохую репутацию. Поэтому, если вы хотите поменять, продать, купить аккаунт, у многих на любом этапе игры такие мысли появляются, обращайтесь ко мне, я помогу, постараюсь помочь вам в сделке. Ни одному человеку я не отказал, и все проходило всегда чудесно, гладко и со 100% вероятностью того, что вас не кинут, не обманут, не заберут ваши деньги, не взломают потом после этого. То есть все это, всю эту заботу беру я на себя. Единственное, что я не устану опять же повторять, я не консультирую в оплате, в плане, сколько стоит аккаунт, а стоит ли менять, а не стоит, а Аракис, найди мне, пожалуйста, покупателя, Аракис, оцени мой аккаунт, я этой фигней не занимаюсь, я лишь делаю так, чтобы сделка прошла четко и красиво. Ищите сами покупателя, ищите сами продавца, либо того человека, с которым вы хотите поменяться, потом вы обращаетесь ко мне, мы на троих делаем диалог, либо в скайпе, и все там за 5-10 минут, ну максимум полчаса, все это происходит, и все остаются довольными. Много отзывов в группе, поэтому, если что, можете посмотреть, почитать. Это не фейк отзывы, можете к любому этому человеку обратиться, и он вам отпишет. Ни у какого другого гаранта из русского комьюнити этого всего нет. Поэтому, да, с гордостью могу сказать, что в этом плане я лидирую, и я этому рад. Конкурента в этом плане нет. Поэтому обращайтесь ко мне, если у вас дела такие. 10% я беру, это ни много ни мало, но это 100% того, что вы получите, то, что вы хотели. Много я говорил об этом, знаю, и будем заканчивать на этом. Кстати, смотрите мои стримы. Стрим будет, не хочу врать, какого числа, потому что это видео выйдет так, в субботу. Ну, посмотрим. На своих последних стримах я всегда объявляю зачастую, когда у меня будет в дальнейшем стримы. Всем удачных призывов, хороших рун, помогайте друг другу. До новых встреч!